Приветствую вас, друзья! Сегодня, я надеюсь, финальный день работы с нашей лестницей. Сегодня шлифуем, покрываем краской и собираем потом в итоговую. Я вот часть уже ступеней отшлифовал. Чуть 5 осталось у меня наверху еще. Ну, на второй марш 3 штуки сами тетиву, саму тетиву отшлифовать. И 3 ступени на первый марш, и там тетиву. Шлиф машинки нормальной у меня нет, поэтому была куплена вот такая насадка, чтобы не покупать шлиф машинку. Такая насадка обычная на дрель и наждачка. Шлифовальные круги, в общем, на липучке. 80-я зернистость у нее. Как бы можно было бы, конечно, потом пройти еще какой-нибудь более мелкий, там 220-й, например, но я думаю, что сойдет и так, потому что все-таки это не чистовой вариант. Это не идеальный будет дом в любом случае. То есть, чтобы его привести в состояние супер, мне кажется, проще снести и построить новый, чем переделывать этот. Но, по крайней мере, для нормального проживания и комфорта сойдет. По крайней мере, лестница будет уже в любом случае удобнее, чем она была до этого. Ну и более-менее вид у нее будет тоже привлекательный. Все, поехали шлифоваться, красить и собирать лестницу. Закончил я с лестницей,
покрасил, немножко не хватило, ну не покрасил, вернее, я покрыл морилкой, немножко не хватило мне, ну, а второй этаж уже нужен для использования, поэтому я пока ее собрал в состоянии в таком, в котором она есть. На днях куплю еще морилки и покрою еще раз. Просто вот тут остались у нас, соответственно, не покрытые места ступеней с внутренней стороны. Их хоть и не видно, но в общем, чтобы просто дерево было защищено, тоже закрыть. Ну и вообще еще на разок все это пройтись. Вот, поэтому еще раз, в общем, я покрою морилкой и потом еще, наверное, лаком, чтобы грязь никакая там не впитывалась туда особо. И будет еще покрасивее и понадежнее. Вот, в общем, по сути, потребовалось мне 2 дня в таком неторопливом режиме, с отдыхом, с иногда поездками там по другим делам. С учетом того, что весь материал был подручный, то есть никаких ни ступеней там и так далее, ничего не покупалось, все это со стройки было взято. Соответственно, пришлось полировать, где-то там подрезать, ровнять и так далее и тому подобное. Поэтому, если бы доски, например, в том же Мерлене были, покупались бы для лестницы сразу, то процесс был бы завершен еще гораздо быстрее. Но в целом, в общем, я доволен. Ходить сейчас удобно. Лестница вот на второй марш, конечно, получился все равно немного крутым. Его либо надо еще дальше делать уже переходную площадку, но тогда лестница первого марша получится совсем узкая. Поэтому, ну, походил я, в общем и целом, нормально, в принципе, можно, не держась ни за что там и так далее, подниматься, спускаться. Поэтому работой доволен. Не супер прям идеальный вариант, конечно, но для садового домика, так скажем, пойдет. Спасибо вам, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, оставляйте ваши комментарии. Всем огромной удачи и пока!